Доброго времени суток. Меня попросили посмотреть на, я так понимаю, шахтерское управление ШУ Покровское. Будет ли работать, когда придет Россия? А сейчас она работает или нет? Я так понимаю, что имеется в виду, наверное, и шахты, которые вокруг Покровска находятся. Ну, давайте посмотрим управление. Ну, сейчас пока, я так понимаю, затишье. Особой работы нет. И если она где-то и ведется, то очень и очень вяло текущая. Как там сейчас складываются дела в управлении? И вроде бы все есть, и готовность есть, но нет связей. И руководство в основном слиняло. Во всяком случае, хозяева, как я понимаю, слиняли. Нарушены все связи, все вот эти вот контакты все нарушены. Ну и я так понимаю, что особо не работает. Хотя, ну, что добывать в шахте есть. И я так предполагаю, что и оборудование, возможно, тоже в основном есть. Ну, давайте посмотрим. Будет ли работать шахту управления Покровская, когда придет, будет ли работать шахта управления после того, как Покровск и вся территория вот эта, да, отойдет к ДНР, насколько я понимаю. Когда там закончатся все боевые действия. Ну, хотя бы основные. Будет, начнет работать. Будет ли работать? Специально достала колоду, которая говорит о мощных ресурсах. Да, плохие времена закончатся. Все идет, плохое все идет к концу. Совместными усилиями рабочих, России, ДНР начнется восстановление рабочего процесса. Будут думать, как делать, что делать, как выводить. Ну, одни деньги, классно. Хотя будут еще во многом ограничены, да, то есть пока это все наладится, все это войдет в колею рабочую, это понятно. Но все равно уже будет восстанавливаться весь трудовой процесс полностью. А самое главное, что этому будут еще и способствовать высшие силы. Удача, успех будут способствовать этому. И в любом случае, какие бы шахты у вас ни были, ну, скорее всего, это угольные. Но даже если это солевые. Без соли, мы знаем, в Европе уже проблемы начались. Без угля тоже будут большие проблемы. Потому что санкции против России и так далее, то есть у Европы газ ограничен. Для Украины будет газ тоже ограничен. То есть уголь пойдет в работу полную. Плюс, скорее всего, будут работать металлургические предприятия. Поэтому коксовый уголь, если он там у вас добывается, тоже. То есть, в общем, для всего он уголь нужен будет. Если это солевые у вас шахты, то это... Ну, по-моему, это все-таки у вас угольный. То
то все равно это нужно будет очень. Даже соль. Без соли никуда. Даже специально животным в лесах егеря раскладывают соль Лизу нет. Хоть ее считают как вторая смерть, наверное, после сахара. А вот, но без нее тоже никуда. Да, будет непросто. Да, нужно будет отстаивать свои позиции какие-то. То есть, ну, в любом случае это рабочий процесс. И самое, конечно, одно дело его добыть, продукт, да. А другое дело его еще нужно продать, чтобы получить деньги. Ну, я думаю, что Россия в этом поможет, и все будет отлично. Работать вот будет. Плохие времена заканчиваются. Хотя, я еще раз повторяю, будут ограничения еще. Понятное дело, пока это все наладится, да, даже если уже начнется добыча, но нужно еще и найти, куда это сбыть. То, конечно, ограничения еще будут. Но все преодолеется. Очень многое будет пересмотрено. Очень много. В ведении этого дела будет очень много пересмотрено, исправлено очень много каких-то, может быть, ошибок. Вполне возможно, конечно же, и смена руководства, во всяком случае, хозяев точно. И первое время будет тяжело. Вот такой расклад про шахту управления Покровская. Благодарю вас за внимание. Благодарю за вопрос. Я надеюсь, ответила на ваш вопрос. И до новых встреч!